Джуди, моя принцесса. О, дай хоть взгляну на тебя. Боже мой, ты стала совсем взрослая. Такая же красивая, растерянная, грустная, как в нашу первую встречу. Ты не представляешь, как я скучала. А как Айден? О, да. С возвращением, друг. Пройдемся? Давай. Я волновался. Тебя ищут. Пришлось убежать. Выбора у меня не было. Кто-нибудь знает про мой звонок? Нет, конечно нет. Даже Нейтан. Стал бы я рассказывать, что встречаюсь с беглой преступницей. Много узнали об инфрамире? Они вбухали миллионы долларов в новый конденсатор. Он даже еще мощнее, чем раньше. Конечно, деньги на все это выделила армия. Работаете на армию? О, у Нейтана не оставалось выбора. Деньги были выделены на исследование возможного военного применения. Вот так вот. Я просила разузнать. Ты что-нибудь выяснил? В день твоего рождения некая Нора Грей рожала в госпитале ДПА. По бумагам ребенок был мертвый. Отец, про него ты что-нибудь знаешь? Его имя Джонатан Николс. Умер до родов. Инфаркт. Все, что я знаю. Где она сейчас? Ее доставили в психиатрическую клинику. Сразу после родов. Судя по досье, она до сих пор там. Мою мать держит в психбольнице 24 года. Почему? Что с ней? Этого я не знаю. Извини меня. Я должна ее увидеть. Джуди, я тебя понимаю, но она в психбольнице. Едва ли она ответит на твои вопросы. Мне не нужны ответы. Мне нужна она. Неужели непонятно? Она моя мать. Я хочу взглянуть ей в глаза и понять, кто я такая. Джуди, это спецклиника под усиленной охраной, а тебя ищут. Ты объявлена в розыск по всей стране. Нельзя просто взять и зайти. Пойми, меня никто не остановит. Слушай, ты очень сильно рисковал, помогая мне. Спасибо, Коул. Эй! Ты же не думала, что я тебя одну отпущу? Что-то не так. У ворот никого, на парковке пусто. Не нравится мне это. Не вернусь через полчаса. Уезжай. Чтоб я в машине отсиживался. Кол, Кол, стой! Ну, здорово.
вежливо попроси. Это всегда работает. Здрасте, я пришла к Норе Грей. Покажите разрешение. Разрешение? А, так и знала, что что-то забыла. Извините, без разрешения никого не пропускаю. Ну, а если вот так вот? Добро пожаловать. Нашла. Нора Грей, 7-й этаж, палата 43. Здесь нет кнопки вызова. А может, она за столом? Пока неплохо. Ну что? Айден, надо открыть эту дверь. И как он не заметил? Просто такой угол, просто морда высовывается, и можно не заметить. Я не знаю, как сильно надо за компом так сидеть. В него упереться. Что ты, кстати, там делаешь? Осмотрись. Как ты сегодня? Спасибо, хорошо. А ты? А я думаю о новой машине. Отлично. У меня не хватает денег на этот момент. Have you seen Brenda tonight? Сегодня видела Brenda? Думаю, нет пока. Типа переписывается. Бывает! Замыкает. Сначала отвлечь дежурного. Охрана. Я слушаю. Охрана. Встает так рано. Надо, чтобы он спиной повернулся. О, как насчет этого? Хорошо, Эд. Открывай дверь. Давай. Всем пока не видит. Не заметил. Что он там говорит, от диалоги пропадают. Возможно. Просто какие-то, знаете, такие. Так, а тут они уже, я так полагаю, как раз начинается. Видите, вот эти столики, где они сидят. Такая весьма. Частная, опять клиника. Кто-то проплачивает ее бы здесь пребывание. Он слишком далеко. И что, мы будем подходить ближе? Ладно, посмотрим немножко по-другому. То есть что-то она действительно знает. Как насчет? Ни хрена ты дрыхнуть. Ладно. Ха. Ты, конечно, занятный эксперимент, блин. О, доброе утро, Золушка, блин. Спящая красавица. О, здравствуйте! А мы вас ждали. И вот так вот оставил просто. Проходите. И убился головой о стену.
О, смотрите, что у нас тут. Хорошо. Все пока что просто. Так, седьмой этаж. А, какая там комната? О, боже. Как же я боюсь психов. Давай скорее найдем эту палату 43. Блин, в каждой игре от Quantic Dream или больница, или психбольница. Вот. Что-то одно из двух. Причем, знаете, уже на такой поздней стадии игры. И каждый раз все секреты, все тайны именно в этих психбольницах. Да и у Дэвида Кейджа, походу, что-то с этим связано прям. Ладно. "43! Я нашел, Джонни!" А, да, отлично. Здорово. Куртка классно сделана. Джоди, я здесь. Да, вижу, видишь, иду. Я тут буду. Джоди, возможно, она не в себе. Не факт, что она что-то поймет. Может, не надо? Привет. Мам, это я. Джоди. Сделали из нее овощ. Молодец, Нора. И у отца, и у матери есть дар. Вы понимаете, насколько важен этот ребенок? Ты не сможешь, Нора. Мы сами о них позаботимся. Так будет лучше. Ты же знаешь. Нет, нет, это мой ребенок. Не забирайте ее. Я передумала. Верните мне дочь. Быстро. Нет. Унесите ребенка. Я хочу видеть дочь. Покажите мне ее. Верните мне ребенка. Я хочу ее увидеть. Особые таланты. Дайте мне знать, если вдруг случится что-то необычное. Увеличьте дозу, чтобы никогда не пришла в сознание. Прости. Прости. Все из-за меня. Что так?
девочка. Я так боялась, что не увижу тебя. Я так скучала, Джоди. Вся думала о тебе. Что с тобой? Что они сделали? Это наркотики. Бесконечный ад наяву. Я ничего не могу сделать. Только ждать конца. Я тебя вытащу. Я тебя спасу. Слишком поздно, Джоди. Уже поздно. Я люблю тебя. Больше всего на свете люблю. И всегда буду любить. Мама! Ад наяву. Бесконечные страдания. Можно, конечно, поступить гуманно. Но это жестко, конечно. Ну, вряд ли игра нам разрешит такое сделать, однако. Блин, я, по всей видимости, уже ничего не могу сделать. Это находит, я даже ничего не нажимаю. А нет, уже упустила. Ну ладно, тут уже ничего не сделаешь. Хотя, стоять. Ах да, Айден. Да уж. Серьезно. Прости, Джоди. Да, сколько всего она пережила за последнее время. Просто обалдеть.
Но мы явно находимся в ЦРУ. И с нами сейчас явно будет профилактическая беседа. Потому что такой талантливый экземпляр, как мы, правительство вряд ли посмеет потерять. О, открыто. Я даже удивлен. Что, простите? Конденсера мощнее еще не было. Впечатляет. Нет. Джоди, рад тебя видеть. Я так за тебя переживал. Ты похудела. Вид изможденный. Но главное, жива. Пойдем в кабинет. Ну-ка, садись. Как здоровье? Да не очень. Голова еще побаливает. О, прости, я просил помягче. Но они боялись, что ты позовешь Айдена. Как меня нашли? Они следили за тобой со дня побега. Хотели убить. Но я убедил их понаблюдать за тобой и не делать этого. Где Коул? Дома отдыхает. Я знаю, он хотел как лучше. Не бойся, никаких последствий для него не будет. Что произошло с мамой? Нора была не в себе. Врачи допускали, что она может причинить тебе вред. Она бы меня не тронула. Нельзя было рисковать. Я тогда был рядовым исследователем, Джоди. Лишь через много лет узнал, как все было. Почему ты не рассказал мне про маму? Зачем скрывал правду все эти годы? Я хотел рассказать. Но как объяснишь это маленькой девочке? Я заботился, любил и защищал тебя, как мог. И что дальше? Ты сдашь меня обратно в ЦРУ? Ты это задумал, Нейтан? Ты здесь потому, что у них есть работа для тебя. Кроме тебя с этим никто не справится. Помочь? Помочь людям, которые отняли у меня мать и украли мою жизнь? Им что, все мало? Мы знаем, что еще одна страна обнаружила инфрамир. Они думают, что смогут управлять им, но даже понятия не имеют, с чем связались. Если существа прорвутся, ты ведь знаешь, что будет, Джоди? Ну а я-то тут при чем? При том, что ты лучше всех понимаешь инфрамир. Это работа ЦРУ. Хватит с меня. Они предлагают сделку. Поможешь им, и от тебя отстанут. Ты знаешь, что будет, если откроются врата. Грянет апокалипсис. Ты можешь этому помешать. По нашим данным, в Республике Казахстан узнали о существовании инфрамира. Нашли врата и ведут эксперименты на секретной базе, расположенной в провинции Филханзян. Неизвестно, как далеко зашли их исследования, но мы засекли довольно характерные колебания в инфрамире. Значит, они могут взаимодействовать с той стороной. Твоя цель — разрушить конденсер и всю связанную с ним аппаратуру.
Даже если мы уничтожим конденсатор, врата останутся. Постройка нового конденсатора – затратное предприятие. Это даст нам больше времени, чтобы лучше изучить инфрамир. Очень важно предотвратить нападение оттуда. Наверное, там будет усиленная охрана. Мы ожидаем, что база будет под охраной военных. Ваш отряд... Отряд? Зовите их, Марла. Здорово. Привет, подруга. Какие люди? С тобой будет отряд Клейтона. Это опытные диверсанты, умеющие действовать скрытно. Вы отправляетесь послезавтра. Удачи. Осторожнее, Джон. Никто не знает, что ждет там, за гранью. Не бойся. Я пока не тороплюсь в инфрамир. Хорошо. Не хочу тебя потерять. Рад тебя видеть. Я постараюсь на время забыть, какая ты сволочь. Джоди, я... Знаешь что? Даже не пробуй. Класс. Мне это начинает надоедать. Если не хочешь разговаривать, придется вас убить. Я бы и так охотно убил вас. Но зато быстро и без лишней боли. Теперь ваша смерть будет медленная и очень мучительная. Ну, последний раз спрашиваю, кто вас послал? Айден, где ты? Как до такого дошло? Тут вообще никого нет! Офигеть, графон, конечно. Это точно здесь? Ну, координаты верные. Фотореалистичная вообще графика. Мечет все сильнее. Что же нам делать? Джоди, путь Айден поищет нам укрытие. Ты слышал, Айден? Создать вам укрытие. Да уж. Красота. Эксперты называются маскировки, да? Незаметного проникновения. Мы тут замерзаем. Пожалуйста, найди, где нам укрыться. Ща найдем. Насчет тут. Вон там есть дом. Понял. Идем. Ух, красота какая. А вот это нет. Горные лыжи отстегиваем.
холодина. Что мы тут делаем? Обычная рыбацкая деревня. Информатор нас кинул. Такие дела. Надо двигать, а то замерзнем насмерть в этих сугробах. 3 дня шли по льду, жрали снег и впустую. Черт! Взять бы того, кто нас сюда послал, и... Эй! Вы задрали уже своим нытьем! Нечего сказать, закройте рот! Ребят, я замерзла. Давайте костер разведем, а потом уж будем ругаться. Она права. Остановимся здесь и переждем бурю. Я выйду на связь со штабом. Фух. Так, разжечь костер. Где тут? Вон они разжигают, да? Ну, давайте. Жопа. Все мокрое. Да, я. Скауты. Все насквозь промокло. Надо что-то придумать. А то и ночью не протянем. Ну да, холодно, что поделаешь. Ну, связь есть? Нет, из-за бурана не получится. Все еще злишься, да? Ясно. Это вряд ли изменит твое мнение обо мне. Но мне жаль, что так вышло. Ты прав. Мое мнение не изменилось. Может, им помочь, я не знаю. Я отойду. Надо было. Есть. Ты просто гений. Дай 5, Винс. Видела, Джоди? Да. Молодцы, ребята. Далеко не уходи. -40. В такую погоду не до прогулок. Куда она пошла-то? Я чуть до конца не понял. Ладно. А, во, появился. Я ж себя все нахер обморожу. Нифига себе. Сходили отлить. Они здесь. Я видела. Где? На главной дороге. Конвой бронемашин мимо меня проехали. Тебя видели? Нет. Вроде бы нет. Погнали. Ну, горнолыжные снасти видели. За ними идем. Как далеко ехать?
Бинго. Айден, глянь, что внутри. Там солдаты. Они грузят ящики в подлодки. Подлодки? То есть врата? Подводные. Похоже, внизу подводная база, а на подлодках доставляет грузы. Сколько солдат? Я вижу троих. Пусть Айден их уберет. Айден, устрани их. Хорошо. Сейчас попробуем. Айден то, Айден сё. Привет. Такое дело. У меня есть пистолет. Тинса! Классная у меня шапка. Модная. Так, что будем делать? Дайте подумать, ладно? Как насчет сесть в эту подлодку и умчать себе? Я умею пилотировать подлодки такого типа. В ЦРУ был тренажер. Ну да, прямо на ней и пойдем. Они ничего не заметят. Идея просто класс. Верное самоубийство. Объясни мне, что ты делаешь? Ищу решение проблемы. Прекрасная идея, но они нас быстро распустят. А может, и нет. А врата эти сами собой не закроются, так ведь? Ладно. На расстоянии прокатим. И что? Спустимся на подлодке. Там посмотрим. Я с ней. Ну а мы как же? Готовьте пути отступления. Когда мы вернемся, нам придется уходить очень быстро. Что? Это приказ, Ник. Давай взрывчатку. Что мы можем не вернуться. Да. Это я сразу поняла.